Так вот, продолжаю снимать. У меня вторая часть, она уже полоскает. Вот второе полоскание. Был такой отжим, у меня памяти не хватило, поэтому я не снимал промежуточный отжим. Она уже набрала. Где-то столько воды набрала. Конечно, моя чуть-чуть больше набирает. Вот. А, кстати, вот что я заметил в машинках. Вот. То есть, если в мою машинку она прогревает, я стираю на программе хлопок, если в нее загрузить мало белья, то она будет стирать, соответственно, не 2 часа, а час с чем-то. Если туда много белья загрузить, то она будет стирать долго. Вот это вот я заметил. Также здесь вот сейчас она немного белья загрузила, она стирала 92 минуты, то есть 1,5 часа. А если я когда помню, загружал много сюда белья, стирал много белья, то она, соответственно, стирала уже 2,5 часа где-то. Вот. А моя старая машинка, как бы она не взвешивает, это только вот эти, вот эта машинка моя взвешивает, вот. А старая не взвешивала, вот. Вот, а старая там как бы, вот она уже сливает. В старой машинке как было устроено? Там, если 40 градусов хлопок, то она стирает тоже 1,5 часа где-то. Если 60 градусов, либо 95 ставишь, то она также 2 часа стирает. Вот. Поэтому не только моя машинка так прям, типа, долго стирает. Вот. Это все зависит от белья. Если, ну, если мало белья, то она недолго стирает. Если много белья, то долго. Также и эта машинка. Вот. Но старая она не взвешивала, там как бы все зависит от температуры. Там она не взвешивала, она старая. Вот. То есть вот это и моя машинка, там она зависит от белья. Много белья, долго стирает, мало белья, недолго. Вот. А старая, как бы там от температуры. Неважно, сколько там белья, хоть мало. Если градусов 40, то 1,5 часа. Если градусов 60, то 2 часа. Либо 95 тоже там 2 часа где-то стирает. Поэтому как-то так. Еще, кстати, что я хотел, я же говорил, что у меня машинка сразу кондиционер смывает. Так вот, я заметил, оказывается, кондиционер она меня смывает только тогда, вот сюда вода попадает, только тогда, когда она начинает вот сюда воду набирать. Вот как бы я ее включаю, и в первом же делом она набирает пару секунд воду в предварительную, а только потом порошок смывает. Вот. Когда она набирает воду сюда в предварительную, то она смывает кондиционер. Когда она вот в основной уже начинает набирать, вот сюда вода не попадает, кондиционер не смывается, вот. Поэтому я теперь буду ждать, вот я включаю машинку, буду ждать, когда она сначала сюда воду наберет, вот. Когда начнет уже набирать сюда воду, в основной отсек, тогда буду наливать кондиционер. Почему? Потому что, опять же таки повторяю, когда она сюда воду набирает, она смывает кондиционер. Когда сюда набирает, она кондиционер не смывает. Вот. Поэтому я подожду, когда она вот сюда доберет, когда вот сюда-сюда немного воды наберет предварительно, только а потом, когда начнет уже в основном набирать, только тогда буду добавлять кондиционер. Потому что финальное полоскание ждать, как-то вот это вот смотреть, можно и пропустить его неудобно. Лучше немного подождать, когда она пару секунд наберет предварительную, вот, а потом только добавлять, когда она уже будет в основную, порошок когда будет смывать, так только тогда. Ну, когда, короче, когда будет в основной отсек идти вода, только тогда набирать, потому что когда в основной отсек вода набирается, вот раскладываю, когда в основной отсек вода набирается, то, соответственно, кондиционер не смывается, только вот когда в предварительную она наливает воду, тогда кондиционер не смывается. Это дефект, что ли, какой-то, не знаю, но буду, короче, ждать, когда она сюда немного воды наберет, а когда уже будет сюда воду набирать, только тогда буду наливать этот кондиционер, вот. Поэтому как-то так. Вот, ну, поэтому она уже сейчас стирает, сейчас будет разгоняться, вот, и как-то так. Вот. Ну, сейчас она будет уже отжимать, поэтому здесь брат. Очень идеальный расклад. Поэтому вот так вот все вам рассказал. Вот. То есть вы поняли, кондиционер я буду наливать только тогда, когда она уже будет в основную воду наливать. То есть пару секунд подожду, когда она вот сюда вот воду наберет, а потом буду добавлять кондиционер, когда она уже будет вот сюда воду наливать, порошок смывать. Вот. Как-то так. Ну ладно, на этом я закончу уже. Финальный отжим снимать не буду, потому что это одно и то же, как и промежуточный, только более долгий. Вот.
очень идеальный расклад. Вот. Поэтому встретимся уже у меня дома. Буду снимать стирку. Может быть, не сегодня, может, завтра или послезавтра. Так сказать, передохну немного и буду стирать уже на своей машинке. Порошком Тайт. И как раз расскажу потом вам про этот кондиционер. Ленор Альпийские луга, как он стирает и все такое вот. Поэтому как-то так. Ну, вот, рассказал вам, то есть, вот. Вот, ну, белья, потому что было немного, вот, поэтому она стирала 1.5 часа. Было бы много белья, то также 2. И у меня также. Если мало белья, то она стирает где-то тоже 1 час с чем-то. Если много, то 2. А старая машинка, там от температуры зависит. 40 градусов, она 1.5 часа стирает. 60, там 2 часа, вот. Ну, ладно, всем пока, то у меня сейчас память закончится, и я ничего не сниму. Так, всем пока, короче, встретимся у меня дома. Подписывайтесь на мой канал, ставьте лайки.